Здравствуйте, Андрей. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик, на моем тестовом объективе. Я вам советую, перед тем, как устанавливать наклей, установить на двухсторонний скотч. Небольшой отрезочек двухстороннего скотча сильного я отправляю вам вместе с одуванчиком. То есть вы прикладываете калибр. На ваш байонет никоновский. И по калибру на скотч наклеиваете одуванчик, чтобы контакты одуванчика упирались в стенку калибра. Вот здесь, вот как здесь видите. И потом вставляете объектив с одуванчиком аккуратненько в вашу камеру. И проверяете, есть ли контакта. Вот как сейчас видите, нет, то берете тогда одуванчик, немножечко сдвигаете. В данном случае я сдвигаю его вправо. И еще раз вставляю. Вот смотрите, и появилась индикация диафрагмы. Я запрограммировал фокусное расстояние 85 миллиметров. И диафрагмы от 1,5 до 22. На почту я вам скинул основу работы с одуванчиком и алгоритм комфортной работы на вашем объективе в том числе. Итак, одуванчик полностью запрограммирован, полностью готов к установке. Сейчас я его упакую и отправлю вам. В комплекте идет клей. После того, как вы убедились, что камера показывает диафрагмы, аккуратненько снимаете объектив с установленного на двухсторонний скотч одуванчиком с вашей камеры и отмечаете острым предметом границы посадки одуванчика на вашем байонете. Убираете потом одуванчик и двухсторонний скотч. И вместо наклейки одуванчика освобождаете, сначала зачищаете черную краску. После этого обезжириваете все поверхности, в том числе поверхность одуванчика. И наносите небольшое очень количество клея, буквально там половинку маленькой капельки, с помощью зубочистки, которая идет в комплекте с клеем. И после этого только аккуратно устанавливаете одуванчик. Старайтесь, чтобы на контакты одуванчика не попал клей, иначе он просто их замкнет, и у вас не будет работать одуванчик на вашей камере. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.